Значит, а теперь мы возвращаемся к нашему гостю. Вернее, обращаемся. Светлана, будьте любезны. Дамы и господа, в эфире «Профилактика». Валерий Николаевич Величко у нас в гостях сегодня. Генерал-майор в отставке, бывший начальник штаба 9-го управления КГБ СССР, президент клуба ветеранов госбезопасности. Валерий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что согласились нам прийти. И говорим мы, как нетрудно догадаться, друзья, о безопасности, вот так вот, о безопасности первых лиц, о принципах этой самой организации, этой безопасности, да, как это было реализовано в Советском Союзе, вот в том самом 9-м управлении КГБ СССР, как это организовано сейчас в России, потому что, ну, наверное, Россия во многом и в этом смысле идеологический наследник Советского Союза, да ведь? Да. Вот. И как происходит это в других странах? По-моему, это ужасно интересно, если не сказать самое интересное. Кстати, да, давайте сразу, Валерий Николаевич, мы покажем вашу книжку на камеру. Илюш, покажи, пожалуйста, на камеру. Называется «От Лубянки до Кремля. Секретные миссии». Вот Валерий Николаевич ее только что написал и, соответственно, и выпустил уже, да? Да, она вышла неделю назад. Ее можно найти в «Библиоглобусе», в Москве. Продается. Да. А каким тиражом? 3000. 3000. Ага. Спасибо. Итак, поехали. Ну, с чего начать? Да, давайте начнем с того, что нам ближе и понятнее. Вот с безопасности первых лиц советского государства. Ну, вы знаете, последнее время, когда речь идет о охране персональной, личной охране, то, как правило, показывают здоровых ребят там накачанными шеями, с золотыми цепями. Раньше, помните, это в красных пиджаках были. Это уже немножко прошедшее, скажем, время. На самом деле охрана первых лиц – это, в общем, сложнейший системный процесс, в котором участвуют буквально все структуры государства. Пограничники, те выполняют задачу, не допускают установленных террористов на территорию страны. Таможенники, естественно, пресекают оружие, взрывчатку, какие-то зловредные, скажем, вещества. Милиция обеспечивает дорожную безопасность и прочее, прочее, прочее. Но все это ради безопасности страны и народа, и в том числе и президента. А вот целенаправленные мероприятия, которые призваны охранить именно первое лицо. Вот и продолжаем. Да. И на последнем этапе, скажем, последним рубежом является личная охрана. Да. 9-е управление КГБ СССР, как оно раньше называлось, а в 91-м оно было служба охраны КГБ СССР. И сегодня Федеральная служба охраны. ФСО. Это те ребята, которые стоят последний, скажем, рубеж. Угу. Вот. В совокупности как раз вот грамотная организация всего этого процесса, она и позволяет обеспечивать безопасность первых лиц. Ну, с Божьей помощью в Советском Союзе покушения были, а конкретных жертв не было. Но одно из самых ярких последних – это покушение Шмонова на Горбачева, когда он стрелял в него на Красной площади. То есть система безопасности, построенная в те далекие времена, работала. Ведь система зависит от многого. Зависит от политической структуры. Любит ли народ своего лидера? Вот Фидель Кастро в первые годы, когда он пришел к власти, он любил гулять по Гаване, и его начальник охраны был такой Хосе Абрантес, генерал. Он говорит, мы Фиделя находили по шуму. Там, где толпа, там Фидель. Значит, находили. Нет, это же просто безответственно. Вот это только создавалась охрана. Точно так же, то есть, ну, я говорю, экономика, политика и во многом даже характер и отношения между охраной и охраняемым лицом. Ну, это, слушайте, не, хорошо, что вы упомянули Фиделя, просто мы недавно, у нас в рубрике ЖЗЛ, мы обсуждали, вернее, нам рассказывали о жизни Фиделя Кастро. Какое-то неимоверное чертово количество покушений. Не от своих людей, которые его действительно любили и боготворили. Ну, цифру называют порядка Эсталанте, начальник его разведки, он называет цифру где-то 640, где-то в этих пределах. Попыток покушений. Я готовил визит Горбачева на Кубу. Когда я в рамках подготовительной группы поехал, ну, до визита еще на Кубу, и когда кубинцы мне рассказывали, это был 80, по-моему, где-то 5-й год, 86-й, когда кубинцы рассказывали, вот на нашего лидера было порядка 40-50 покушений. Ну, я, честно так, про себя скептически улыбался, потому что каждая охрана непременно доказывает, что она очень нужна, и они, не было случая, чтобы они там не называли жуткие цифры покушений. Но я, вернувшись домой, задал такой вопрос нашей разведке, которая занималась Латинской Америкой. Они подтвердили, что даже большую цифру в то время уже можно было назвать.
Дело в том, что Фидель на себе апробировал практически все самые совершенные методы, значит, покушений. И обработка талием его ботинок, это знаменитое, когда ставилась задача лишить его бороды. Борода как символ революционера, вдруг от этого талия начинает облезать борода, и он теряет свой имидж революционера. То есть дальше, выступая, вот как мы с вами в радиорубке, радиорубки сделали, значит, ЛСД, значит, наркотик. Брызнули. Распылили? Распылили, надеялись, что Фидель тут у него, крыша, скажем, значит, поедет, наговорит какой-то ерунды всякой. То есть Фидель — это удивительный в этом плане. Слушайте, человек. А почему, подождите, вы сказали, что самые совершенные методы. Какие же они совершенные, если ни один из них не сработал? А здесь вопрос стоит о том, как террористы с одной стороны и охрана с другой. Насколько охрана... Охрана оказалась... Охрана удивительная. Я вам скажу честно, вот эту книгу, которую я написал, я первая, а там много о кубинцах есть, значит, я отдал послу Кубы. Говорю, прочитайте, если никаких обидных там в адрес Фиделя не будет соображений, поэтому я обязательно пошлю Фиделю Кастро на память, потому что я очень уважаю и кубинцев, и кубинскую охрану, и Фиделя в частности. Вот, давайте сейчас прервемся ненадолго, друзья, на полминутки, а потом вернемся к нашей беседе. В эфире «Профилактика». Мы немножечко в сторону свернули, хотели говорить о советских лидерах, но все-таки давайте завершим эту тему. Вы сказали, что у Фиделя Кастро удивительная, да, охрана. А что это больше? Профессионализм, которому, вот как мне представляется, неоткуда было взяться, или талант, или что, или, не знаю, или энтузиазм и страшная, так сказать, приверженность и верность делу. Знаете, и преданность личная. Вот в чем дело? Почему она удивительная? Как они все это пресекли? 640 покушений. Самых совершенных, американцами подготавливающихся, самыми совершенными спецслужбами планеты. Как? Две вещи. Если говорить об охранах мировых, то я бы считал, что до определенного момента их существовало две. Это 9-е управление КГБ СССР, высокопрофессиональное, оснащенное суперпоследними разработками техническими, и секретная служба Министерства финансов Соединенных Штатов, которая охраняет президента Соединенных Штатов. Секретная служба Министерства финансов? Министерство Они его финансов. Как драгоценный бриллиант хранят? Они его и как бриллиант хранят, но дело в том, что впервые выделила в охрану президента именно эта служба, которая занималась борьбой с фальшивомонетчиками. В то время еще ФБР не существовало, и они выделили... То есть это какие-нибудь 20-е годы? 20-е годы, и они выделили сначала двух человек. Кстати, секретная служба и основала ФБР. 10 сотрудников секретной службы были командированы для создания ФБР, так что тут ФБР уже идет за секретной службой по времени создания. По поводу Фиделя. Так вот, я сказал, две структуры. 9-е управление и секретная служба. А те, кто дальше и, скажем, уровнем ниже, это те, кого учили мы. Мы учили кубинцев. Кубинцы от нас приняли самое лучшее, и я бы сказал так, что к 91-му году они сделали еще шаг вперед, и старшему брату можно было кое в чем поучиться. Американцы учили израильтян, американцы учили Южную Корею, там, где достаточно серьезные, скажем, службы на сегодняшний день. Это вот с одной стороны. Потом вы говорите, а что, это профессионализм? Да, это профессионализм кубинцев, но и преданность кубинцев. Когда я был там на 30-летие МВД Кубы, значит, меня пригласили в музей. Она называется «Главное управление персональной охраны МВД Кубы». Так вот, перед входом в музей огромнейшей золотыми буквами написано. Если бы мне пришлось снова высаживаться с Гранмы на враждебный берег Кубы, то я очень хотел бы, чтобы со мной рядом были те люди, которые сегодня меня охраняют. После этих слов говорить нечего. Да, в каждом кабинете у кубинцев висит не... висят фотографии с Фиделем, висят его не факсимиле, а его личная надпись, что «Дорогой Хосе, я тебе благодарен за то, что ты во время там, поездки в Венесуэлу не дал, образно говоря, меня убить». Ну и отношения, мы уже сбились на Фиделя. Фидель — это личность своеобразная. Когда он собирался ехать в Венесуэлу на инаугурацию президента, где 60 тысяч кубинцев, высланных со страны, были, то есть которые, естественно, его не очень любили, и вопрос стоял, ехать, не ехать. Разведка получала информацию, что его готовятся там убить. Вот. Фидель, вопрос вынесли даже на политбюро. Так вот, на политбюро Фидель сказал, ребята, давайте каждый заниматься своим делом. Я делаю политику, а вы меня охраняете.
Говорит, даже если убьют меня, то я не очень горюю, потому что тем самым я стану символом революции социалистической в Латинской Америке на всю оставшуюся жизнь. Угу. Фидель — это личность, ради которой действительно можно грудь под пули поставить. Но я предлагаю вернуться к общим таким концептам. Не, подожди, и... к советским руководителям. Ну и к советским руководителям. Нет, мне это интересно, вот мы немножко затронули эту сторону взаимоотношений. А начальник охраны для первого лица, он кто? Он мать? Он имеет право запрещать или первое лицо диктует ему? Да, он мать, брат. Брат или кто там? Или знакомый, сосед по квартире. Или коллега. Да. Или охранник. Но только не охранник. Вот руководитель охраны — это, во-первых, политический работник. Вот последним руководителем советской охраны был генерал-лейтенант Плеханов Юрий Сергеевич. Угу. Так вот, он пришел на должность начальника 9-го управления, когда был Юрий Владимирович Андропов. Угу. Так вот, Плеханов был ближайший человек к Юрию Владимировичу Андропову, к семье Андропова. Одно время он руководил даже приемной секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова. Это ближайший человек. Угу. И отношения при грамотном подходе, они прежде всего взаимноуважительны. Да, действительно, руководитель охраны не может сказать. Недавно была передача об Индире Ганди, которую, вы знаете, убили. Она не надела бронежилет. И вот мне задали вопрос. А мог начальнику охраны сказать, что вот надень бронежилет? Не пущу я тебя без бронежилета. Конечно, нет. И это везде так. И везде так. Но посоветовать здесь... мог. Посоветовать мог, где-то, может быть, попросить, там, найти какую-то форму, скажем, влияния для того, чтобы добиться того, что он хотел. Но приказать, заставить он, конечно, не мог. Все-таки первое лицо диктует, как бы, партию, а охрана уже подстраивается под это все дело. Ну, как Фидель сказал, я делаю политику, ребят, да. а вы меня охраняете. Хорошо, вот, знаменитые эти походы Горбачева в толпу. Да. Вот. Ну, Горбачев... Они реально спонтанные были? Они реально были спонтанные, они были, скажем, мы их воспринимали как неуважение к охране. Потому что ведь, в принципе, выйдя в толпу, где и криминальные элементы, и все кто угодно, за ним шли сотрудники. Значит, они должны были ее грудью прикрыть. Рискуя, ты можешь сам рисковать, это твоя проблема. Но, извини, рисковать людьми, которые обязаны тебя прикрыть от любой вот этой неприятности... Наверное, это слишком брать на себя много. А как организована охрана первого лица в толпе? Потому что я все время смотрю, и это выглядит как хаос. Но я уверен, что в голове охраны никакого хаоса нет, там все структурировано. Значит, если мы с вами будем брать нормальную профессиональную охрану типа 9-е управление ФСО, секретную службу. Недавно в Чехословакии там какой-то сумасшедший прорвался к президенту, по-моему, с водяным пистолетом. Да. И дошел буквально в метрах от него был. Я просто... мне пришлось встретиться с сотрудниками охраны. Предварительно работы никакой не было. Был экспромт. Просто пошли через мост, и вдруг откуда-то этот мужик выскочил. Экспромта у охраны не бывает. Любое, даже огромное мероприятие, многотысячное, возьмите 1 мая, 7 ноября на Красной площади. Это сотни тысяч людей. Да. Я вот последний 85-й там, и где-то 90-й год был начальником штаба охраны вот на всех этих больших мероприятиях. Поверьте, вот то, что Шмонов проскочил на Красную площадь, это просто дикая Шмонов, случайность. Человек, который покушался... Который стрелял Горбачева там, из двух стволки. Но один выстрел вверх, второй по брусчатке, и вот тут же он не успел еще и ствол поднять, как его задержали. Вот. Готовиться. Ведь, в принципе, для того, чтобы не создавать толпу, те же самые наши метро, одну станцию делать только на выход, вторую только на вход. Чтобы, как говорится, разгрузить не создать вот этой огромной толпы. А вот я прошу прощения, что перебиваю, Валерий Николаевич, как бы действовали ваши коллеги профессиональные, если бы на месте чешского руководителя был бы советский? Они бы этого парня с водяным пистолетом пострелили бы давно? Как только он ломанулся? Он бы туда не попал. Почему? А потому что, в принципе, есть последний рубеж, вот, который берет на себя 9-е управление. То есть он бы не прошел. Просто не прошел. Просто. Дело в том, что, как это называется, фейс-контроль. Все ясно. Так, друзья, давайте сейчас на короткие новости прервемся. Оторваться невозможно. Никаких песен, как вы понимаете, ничего. Сразу опять к разговору с Валерием Величко. И мы продолжаем, друзья. Валерий Николаевич Величко у нас сегодня в гостях. Генерал-майор в отставке, бывший начальник штаба 9-го управления КГБ СССР, президент клуба ветеранов госбезопасности. Друзья, давайте... мы надеемся воспроизвести все, что мы сейчас за эфиром обсудили. Да, давайте поэтому будем быстро.
Значит, начнем. Давайте хронологически пробежимся. С начала 20 века. Даже, может быть, если вдруг у нас хватит сил и умений, может, мы даже захлестнем империю российскую, а не только советское молодое государство. Да? Ну, моя главная специальность, я контрразведчик, и пришел в охрану из контрразведки. Угу. И первое, чем я занялся на должность помощника начальника управления, первое, чем я занялся, это а как раньше доработали. Да. Я вот в то время залез в архивы и начинал, естественно, со времен Александра II покушения на государя-императора, закончил 17-м годом вот этими временами. Могу сказать, что работа была построена очень здорово. Надо отдать должное, когда читаешь документы, значит, тех времен, угу, удивляешься. Ну, удивляешься слогу, во-первых, прекрасному русскому языку. Ну, вот вам такой маленький пример. На 300-летие, значит, Романовых, дома Романовых, значит, Николай II приехал в Москву. Так вот, дорога от Николаевского вокзала до Никольских ворот, по которой он проезжал, значит, проводили оперативно-технический осмотр 19 дней. То есть 19 дней выявили какой-то водовод какой-то времен Екатерины II. Просматривали, ну, 19 дней, mm-hmm, это много. Дальше по ходу движения, в каждом канализационном люке по ходу движения стоял боец. Делали коробку деревянную, чтобы ноги не мочил. Он там, mm-hmm, стоял со стволом, значит, с винтовкой. Вот. Объединены были канализационные люки в караулы. То есть все было очень серьезно. Вот такой маленький пример. Если приходилось государю-императору выезжать в территории, ну, дальние территории, которые не были паспортизованы, так у нее существовало паспортное бюро специальное, которое выезжало за 1.5-2 месяца, проводило паспортизацию всей территории, и только тогда государь-император туда приезжал. Ага. То есть все было очень серьезно. Подход серьезный. Да. Вот. Ну, вот здесь рассказывать очень, да, много. У нас долго времени, к сожалению, очень мало. Так, да, давайте сразу прям будем так галопом скакать. Советское государство. Молодое. Советское государство на первом этапе, как любое государство, как любые новые пришедшие к власти, первое, что они, конечно, демонстрировали — демократию. Мы вот рабочим заводы, крестьянам землю. Угу. Так чего же нам бояться, если все, угу, говорится, за нас? Вот. И на первом этапе охрана была, единичные сотрудники охраны были. Не было такой, скажем, системы. Система как таковая появилась уже во времена Иосифа Виссарионовича. Главное, то есть, когда стреляли в Ленина, никакой охраны, по сути-то, не было. Нет, ну, была охрана. Ну, его даже грабили, вы помните, его даже грабили автомашину. Да. Вот этот знаменитый бандит, значит, остановил, забрал документы, забрал оружие у охранника. Вот. Но мы говорим о системной, да, охране. Система появилась только Система правильно. Появилась, по большому счету, в конце 20-х, в начале 30-х, во времена Иосифа Виссарионовича. Он вообще по натуре был системный человек, uh-huh, Иосиф Виссарионович, во всех отношениях. Вот. И в дальнейшем эта структура развивалась. Появлялись, например, как у государя-императора, появился автомобиль, он пересел с кареты на автомобиль, значит, нужно решать вопрос обеспечения безопасности во время дорожного движения. Самолеты появились. Первый полет Столыпина возражал всячески генерал Курлов, который был начальником охраны Петра Аркадьевича Столыпина. Он старался, его не пускал, потому что покатать его на самолете хотел эсер-боевик Мациевич. Кстати, Мациевич на следующий день погиб. Якобы его отомстили его друзья эсеры за то, что он покатал, не уничтожил Столыпина. Просто покатал. То есть история, она очень интересная. Но 9-е управление, по сути, выстроил все Сталин. Вот с 20-го, потом по 50-е годы. 9-е управление, конечно, взяло на охрану все принципы, которые были во времена ГОУ. Значит, в большей мере, в меньшей мере, больше людей. Там, тот же самый Хрущев одно время любил гулять по Кремлю. Кремль был... Открывали его, закрывали, но когда на него набросилась женщина и поцарапала ему лицо, он после этого прогулки по Кремлю и вообще прекратились как таковые. Угу. Вот. То есть... А вот еще одна легенда, извините, пожалуйста, что перебиваю вас, из смс-ок причем. Правда ли ходит легенда о том, что гаишника, направившего радар на кортеж первого лица Брежнева, застрелил сотрудник охраны? Это знаменитая легенда, кстати. Знаменитая. Я в школе, помню, когда я пришел только в охрану, первый вопрос, который я задал, это был тот же самый. Ребята, а правда вот этот самый гаишник со своим радаром? Ну, посмеялись люди, говорят, ну, это старые такие легенды. Из своей жизни я расскажу легенду такого же типа. То есть, подождите, мы должны зафиксировать. Этого, нет, не было. Этого не было. Этого не было. Все, так. Горбачев должен посетить Госдепартамент Соединенных Штатов. Uh-huh.
Ну, так как не все приветствовали нашего Горби, значит, одна группа рядом с Госдепартаментом изображала, одна, значит, ГУЛАГ изображала. Одни изображали страшных НКВДшников с пластиковыми автоматами Калашникова, вторые в полосатых одеждах изображали заключенных. Так вот, как потом стало известно, в «Вашингтон-Пост», по-моему, в газете была статья о том, что они больше всего боялись, что советская охрана примет пластиковые или автоматы за калашников, за настоящие, их расстреляет. Ну, этого обошлось, Божьей помощью. Да. А еще есть, кстати, вот вопрос. Подожди, ну давай, ладно, вопрос. Ну, просто легенды дальше. Такие. Правда ли, что при движении кортежа или пешей прогулке первого лица в жилых кварталах лучше не подходить к окнам или закрывать шторы? Ну, знаете, опять вернемся к далекой истории. Дело в том, что во времена государя-императора, если вы захотели прийти в гости к человеку, окна которого выходят на трассу, по которой будет ехать государь-император, вы должны были соответствующим образом получить разрешение. В наше время все это сказки про белого бычка. Значит, система охраны строится совершенно иначе. Поэтому вы можете спокойно подходить к окнам с открытыми шторами. Хотя бывают случаи, когда действительно... Но это специфические вещи. Например, когда президент Буш выезжал вот с собачьей площадки, где, знаете, есть особняк посла, выезжал на Садовое кольцо, я как раз отвечал за этот участок, ну, в общем, за все, но и за это в частности. Так вот, прямо напротив, через дорогу, вот там, где жгли, помните, троллейбусы уже в 91-м году, вот в доме напротив... Молодой человек решил посмотреть, как вот ездят американцы. В то время еще там хасиды бунтовали, на уголке стояла группа. Так. То есть было очень интересно посмотреть. Так он что сделал? Он как раз, как вы говорите, открыл шторку, но в руках держал пульт управления телевизором. Но это очень было похоже на то, что это может быть вот тот случай, о котором вы говорите. Так. И снайпер наш, который находился на одном из высотных зданий, дал информацию, что вижу там-то человека, который в руках что-то похожее на, значит, пульт управления дистанционным взрывным устройством. И решать надо всю секунду. Секунды, да. Значит, решили. Все, оказалось, он телевизор просто смотрел параллельно. С одной стороны, решили, что его... Он больше не смотрит телевизор? Нет, естественно, не таким образом. Естественно, мы нашли эту квартиру, нашли дверь, туда пошла опергруппа. То есть быстро все это сделали? Быстро все это сделали. А в течение какого времени, вот вы говорите, нашли? То есть не на следующий день было? Вы знаете, дело в том, что когда речь идет о больших домах, мы даже рассчитываем, какие окна к какому подъезду относятся. Потому что... Вот окно выглядело. Вы скажите, в течение какого срока? Вот снайпер заметил. Доложил. Значит, я вам скажу, Буш успел доехать только до Садового кольца, вот с собачьей площадки. Ну, это 1.5-2 минуты, в общем. Нормально. Мне кажется, это максимально оперативно. Хорошо, так, скажите, где мы остановились? Значит, Сталин начал все это проектировать, так сказать, и создавать. Достраивать. Предположим, ладно, Сталин. А на Сталина были покушения такие внятные, настоящие, не психопатические, а продуманные, так сказать, серьезные? Ну, вы знаете, я опять же повторяю, что я посмотрел все документы тех времен, реальных покушений не было. Вы поймите, что покушение возможно только, ведь, я говорю, рубежи, последний рубеж — это девятка. А ведь агентура, которая была в то время достаточно мощной, буквально в каждой организации, в каждом доме существовал дворник, периодически писал отчеты о том, кто, что, где, как. Поэтому система в глубину работала. И добраться до Сталина, вот только сказки, ну не сказки, это действительно было, вот этот знаменитый герой Советского Союза с мотоциклом, которого на планере высадили. Ну, фильм недавно был по этому поводу. Мы не знаем, о чем. Немцы хотели уничтожить, как же его фамилия, вы сказали, Шила Таврин. Шила Таврин, значит, немцы говорят, что якобы это сам Скорцени готовил его, что Николай Иванович Кузнецов дал информацию, что готовится это покушение. Но Шила Таврин с супругой, он орден Героя Советского Союза была медаль, даже сделали фальшивую газету «Правда» с указом о его награждении. Но он приземлился как раз в руки чекистов буквально. То есть, поэтому речь идет, работает на охрану и разведка, и контрразведка. Ведь разведка за рубежом наблюдает за многими установленными террористами. Пропал там Усама бен Ладен. Значит, до тех пор, пока не поймут, где он, американцы вверх ногами стоят, ну, все кому. А если мы в это время едем в Америку,
а рядом будут стоять там Горбачев, там, раньше еще немножко было, то для нас тоже важно, чтобы террорист не добрался. Конечно, как и ирландская революционная армия, там активно англичане наблюдали за каждым террористом. Понятно. А когда вот девятое управление КГБ СССР достигло максимального, по вашему, расцвета, пика своей формы, возможностей и профессионализма? 90-91 год. Дело в том, что когда приезжали американцы к нам, был в то время директор секретной службы Джон Симпсон, он параллельно был директором Интерпола. И я присутствовал при одной беседе, когда американцы сказали, что девятка сделала такой шаг вперед, что мы теперь даже приезжаем учиться у вас. Это было фантастическое заявление директора секретной службы. Да, от американцев. Дело в том, что охрана делится на две категории. Силовая — держать и не пущать, здоровые ребята, вот толстые шеи там и прочее. Пиджаки, и интеллектуальная охрана. Вот с приходом Плеханова и вот команды Андропова, андроповской команды, к которой я себя отношу, значит, это уже была интеллектуальная охрана. Это прогнозирование, предупреждение, выявление на стадии подготовки и прочее. И только последний этап — это уже силовая структура. А по этому поводу, смотрите, вот у меня вопрос. Интеллектуальная, как я себе представляю, наивно, может быть, интеллектуальная охрана, она, кроме общего анализа ситуации в регионе, например, там, да, еще агентурных сведений, обработка и анализ, она еще, есть какие-то, так сказать, технические вопросы, например, условно говоря, помните, вот у нас в апреле какого, 10-го года, да, разбился самолет с президентом Польши. И еще большущим количеством должностных лиц. Это же тоже, наверное, элемент интеллектуальной охраны — не позволять в одно транспортное средство, тем более воздушное, наливаться всем ключевым персонам страны. Кубинцы первое, что сделали, они запретили Раулю и Фиделю ездить в одной машине, летать в одном самолете, чтобы всегда, на всякий случай, второй человек оставался. Вице-президент Соединенных Штатов никогда не будет в одном самолете с президентом Соединенных Штатов. Угу. То есть поляки, поляки есть поляки. Не хочу их обижать, но то, что ухитриться посадить весь высший персонал свой, руководящий, в один самолет, додуматься можно только. Да. Хорошо, продолжим за тему воздушных транспортных средств. Сейчас вот в Москве очень активно развивается вертолетная тема. И в том числе, если мне не изменяет память, и первые лица заявляли, первые в широком смысле слова. Ну, президент и премьер вроде как передвигаются над Москвой на вертолет. Ну, или, по крайней мере, высказывали не раз соображение, что это и удобно, и, так сказать, знаете, и вам не мешают. В свое время была такая рубрика «Если бы я был директором». Да. Так вот, если бы я был директором, я ни в коем мере этого не допустил. Три причины, скажем. Первая причина – надежность техники. Ведь знаете, сколько, правда, они купили зарубежную технику. Угу. Вот, надежность техники, первое. Так, второе. Секунду. Это первая причина. Просто чтобы вас потом не сбивать и не перебивать, давайте сейчас на коротенькую паузу, друзья, прервемся. После 30 секундного отсутствия мы вернемся к беседе с Валерием Величко. Да, продолжаем беседу. Значит, первое — это надежность техники, которая всегда, есть вопросы. Или могут быть вопросы. Она не идеальна. Надежность техники. Второе. Возможность взять под контроль, сколько я не помню, где-то у меня эта цифра была, площадь города Москвы вместе с Новой Москвой и всеми пригородами, до Боровихи там и больше. Это невозможно. Это невозможно. То есть наличие современных зенитных ракет «Земля-воздух», типа «Стингер», типа там «Игла», «Игла» там и другие. Вот. Они имеют инфракрасное наведение, предположим. Значит, только в Афганистане, конечно, вертолетчики что делали? Отстреливали тепловые ракеты. Ну, наверное, мы с вами сегодня не можем представить вертолет президента, который, пролетая над Москвой, отстреливает вот эти тепловые ракеты. Только в Новый год. Только в Новый год. Ну и третий момент, который немаловажен. Во времена ОНЭ мы, помимо всего другого, старались сохранить Кремль. Кремль — это, историческая память, Кремль, центр Москвы. Поэтому мы даже уменьшали количество автомашин, которые имели пропуска для проезда через Кремль. Любили цыковцы так в Боровичи въехать, а, значит, в Спасские ворота выехать. Нам это стоило больших трудов. А представьте себе, вертолет садится. Вот там тебе и храмы, там и архитектурные всякие... Значит, вибрации вы имеете в виду огромные. Во-первых, даже эти вибрации музыкальные, те, которые на Красной площади, по заключению экспертов, наносят определенный ущерб и башням, и Спасской башни, и до Ивана Великого добираются. Поэтому вот эти три позиции. А потом объяснение, почему они летают. А вот пробки в Москве. Вот, кстати, здесь очень много вопросов по поводу того, что перекрываются дороги. Зачем? Почему?
Значит, дороги перекрываются не всегда. Последние годы во времена Горбачева дороги не перекрывались. Горбачев ездил в потоке машин. Здесь уже вопрос стоит не о, о профессионализме охраны. Ведь можно сделать все так, что, в принципе, и пробок не будет. И, наверное, 9-е управление не меньше заботилось о Горбачеве, чем современные наши, скажем, последователи, ФСОшники. Но мы находили способ. Например, были ложные проезды, были ложные кортежи. Когда, например, шел не один, а два кортежа. Я смеюсь, что милиционеры иногда свисток глотали. Вроде как один уже проехал, он уже расслабился, выключил все свои там эти пульты, и вдруг на тебе опять едет Горбачев. Вот. Показалось. Это тоже способ, да, понятно, скажем. Понятно. А, кстати, вот эта система, главная в охране, при всем при том, это конспирация. Люди минимально должны знать, где сегодня, в какой момент может находиться президент. Угу. Вот Арафат, например. Отравили в итоге Арафат, так говорят. Ну, да. Отравление — это уже отдельный вариант. Угу. Я просто, мне приходилось быть советником у Муаммара Каддафи во времена ООН и у арабских лидеров. Значит, я могу сказать, вся система, значит, защиты арабских лидеров строилась на конспирации. Естественно, Никто не знал, куда и где. Никто не знал. Например, я готовил план празднования 20-летия Джамахирии в городе Триполи. Значит, так вот, в то время существовало 4 трибуны. Бронированные, бетонные. Они были совершенно одинаковые. И единица людей знала, где действительно на самом деле будет Муаммар Каддафи приветствовать, значит, проходящий вооруженный народ. Потому что там оружие, как и у кубинцев, на руках. Правда, кстати, рассказывали про Каддафи, что якобы его охрана была в основном сплошь из женщин? До какого-то периода она была сплошь из женщин. Я как раз вот, моя командировка заключалась в том, что мы, как говорится, создавали ему мужскую охрану. Но, как ни странно, в конце он опять вернулся. Они хорошо обученные были. Это блажь? Или почему это так было сделано? Ну, по большому счету, блажь. Блажь все-таки. Но женщины были все-таки подготовлены более-менее? Естественно, подготовленные. Но я вам скажу, если говорить об охране, то женщины во многом еще дадут фору далеко мужикам. А зачем же вы тогда перестраивали ее на мужскую? Ну, силовая охрана была силовая, нужна. Понятно. Да, потому понятно. Что женщины, например, женщины имеют психологическое умение видеть агрессию. То есть в толпе они, вот, пропускной режим, например, женщины, ну, на порядок лучше работают, понятно, чем мужчины. Угу. Они чувствуют человека. А по морде дать лучше мужиков. Да, а уже, да, там, понятно, рядом будут ребята. Хорошо, а еще из таких актуальных событий хотел спросить по поводу ЮАР. Да, БРИКС. Да, вот на БРИКС что произошло там с нашей стычкой охраны? Причем она даже попала в интернет, это видео. Да, что я это уже видел, естественно, все это. Вопрос такой, это вопрос организации. Так. Дело в том, что охрана, одна из самых таких организаций, близко с которой приходится сотрудничать, это протокольный отдел МИДа, там, ЦК, там, правительство. И заранее определяется. Например, были служебные значки. Например, так как каждого металлоискателя проработать, да, проверить документы каждого, когда идет огромная, ну, да, толпа, это невозможно. Тогда делалось очень просто. Делали значки. Для охраны, там, образно говоря, квадратный, для дипломатов там треугольный, для охраны с оружием он красный, предположим, для охраны технической без оружия он, положим, серый. То все это заранее выдавалось, заведомо заключались договоры, определялись, тренировались. И поэтому, когда заранее все это было хорошо подготовлено, значит, естественно, никаких стычек, понятно, быть не могло. То есть просто вопрос плохой организации. Вопрос плохой организации. Слушайте, последний вопрос. У нас сколько, полторы минутки осталось. Как раз он коротенький. Кеннеди. Убийство Кеннеди? Да. Ну, что я могу сказать? До сих пор окончательного вывода, по-моему, еще никто не сделал. Да, написано, то и проблема, написано море книг. Сейчас вот передача НТВ планирует, большая будет передача по поводу убийства Кеннеди. Ну, версии самые разные. Ну, вы же профессионал, наверняка у вас есть своя какая-то, свое видение всей этой ситуации. Я все-таки больше склонен думать о спецслужбах. То есть Кеннеди в то время начал активно находить контакты с Советским Союзом, искать какие-то способы добрых взаимоотношений, что, естественно, ястребам американским не нравилось. Там и вопросы нефти. Там сегодня появилась версия, что якобы он собирался с нами вместе программу Луны, космического полета на Луну вместе с нами отрабатывать.
Видимо, это больше всего и не понравилось. Но такое убийство без вмешательства спецслужб возможно? Невозможно. Один человек не может его спланировать. Я думаю, что это невозможно. Это даже и говорить не приходится. Слушайте, самый последний, у нас 35 секунд, успеете. А правда ли, что кроме вот этих самых ложных кортежей есть еще ложные президенты? Двойники. Я таких не видел. Не, может быть, они были и не настоящие. Ловко вы ушли от ответа. Да. Ну, собственно, то и Валерий Николаевич Величко, извините, да. Генерал-майор в отставке, бывший начальник штаба 9-го управления КГБ, президент клуба ветеранов госбезопасности. Валерий Николаевич, большое спасибо. Единственное, что вот люди пишут, а мы не можем людей игнорировать. Требует вас еще раз в эфир. Спасибо, с великим удовольствием. Мне очень приятно. Потому что вопросы интересны. Я рад буду поговорить, конечно. Спасибо огромное. До встречи. Вам доброго. Спасибо.